Необычный эксперимент от Геннадия Труханова. Чиновникам, которые не подготовили к лету пляж на 11-й станции Большого Фонтана для людей с ограниченными возможностями, предложат один день провести в инвалидной коляске. Так мэр отреагировал на соответствующие вопросы и фотографии зоны отдыха депутата Лилии Леонидовой. Сказали неправду, доложили, что 1 июня пляж будет готов и будет доступен. Он, да, доступен, но, к сожалению, ничего общего с реализацией проекта нет. Более того, он не оснащен даже тем, что было в прошлом году. Вот установлен пандус, но, к сожалению, к нему на коляске подъехать невозможно. Он просто установлен, да, это новый пандус, выполнен из нержавеющей стали, и, ну, он просто брошен, грубо говоря, на пляж. Дальше, если можно. Туалеты закрыты, практически все для людей с инвалидностью. Дальше, пожалуйста. Если открыты, то они не оснащены. Начальник управления экологии Виталий Денисов сначала попросил депутата отвечать за свои слова, а затем признал – проблемы есть. Просто где-то оборудование не растаможили, где-то не рассчитали по времени. Геннадия Труханова ответ чиновника, который обещал все исправить до этой пятницы, не устроил. Начальнику управления и другим ответственным за провал лицам предложили один день пожить жизнью человека с ограниченными возможностями. Заранее, перед тем, как я, что я скажу сейчас, я извиняюсь. Может быть, это будет достаточно неприлично звучать как-то там. Неэтично. Но если бы возможно было сделать такого, я бы предложил некоторым чиновникам на один день, я желаю прежде всего им здоровья и крепкого здоровья, сесть в инвалидную коляску и пожить в инвалидной коляске, чтобы ощутить себе все прелести, извините за такое слово, еще раз извиняюсь, как добраться на море, как до воды добраться на этой коляске. По вот этим пандусам. Также депутаты в очередной раз согласились дополнительно выделить из бюджета города КП теплоснабжения города Одессы 142 миллиона гривен для компенсации расходов по погашению задолженности. Приняли народные избранники и проект миллиардного кредита для города. Процентная ставка 19,5%. Назначение – ремонт и замена лифтов, фасадов и теплотрасс. В мэрии даже подготовили ролик, аргументирующий необходимость кредита, но техслужба горосполкома запустила видео с праздничного мероприятия партии мэра. Через несколько секунд депутатам и журналистам уже представили совсем другое – кіно, как назвала відеоподборку Світлана Бідрега. Однією з основних причин, яка спонукала, це є те, що другий, як ви говорите, що це вже третій, це правильно, але другий рішення по мільярду гривень кредиту було прийнято, але за умови, що банк «Укргазбанк» нас обмежив лімітом в розмірі 1 мільярд, що у нас не може бути більше заборгованість. Ми вимушені, в минулому році ми взяли 158 мільйонів гривень і в цьому 322. Тобто з погодженого 1 мільярда ми в цьому році можемо отримати лише 500 мільйонів гривень. Возник у депутатів вопроси о строительстві многострадального доктауна на 411-й батареї, но чиновники успокоили. Проект профінансують исключительно із общественного бюджета, как і планировалось. Геннадий Труханов пообещал, что проект общественный бюджет в будущем усовершенствуют, чтобы не возникало недопонимания и конфликтных ситуаций. Виталий Хемий, Денис Рудь, телеканал «Репортер».